Всем привет, с вами Ария, и сегодня я вам расскажу про новый ивент Zippeta, связанный с открытием новой карты. Скорее всего, вы про нее не слышали. Вышел второй эпизод с High School истории Zippeta, поэтому в честь этого создатели сделали такой достаточно крупный розыгрыш, и поехали! А донат по самым низким ценам вы можете приобрести у сервиса Варкашоп, который является спонсором данного видео. Цены на донат вы сможете найти в телеграм-канале Варкашоп. В описании канала вы найдете, к кому обращаться, чтобы получить земы, коины или же премиум Zippeta и других играх. Также вы можете задонатить Варкашоп через их аккаунт Zippeta, где очень часто проходят бесплатные конкурсы на земы. Я сама лично проверяла этот сервис и могу с уверенностью порекомендовать его вам. Поэтому переходите по ссылке в описании на канал Варкашоп и их аккаунт Zippeta, чтобы купить и не переплатить за валюту Zippeta. Ну и давайте перейдем на аккаунт, который проводит данный ивент. Это KTO_COA. Она у нас уже была неоднократно, или даже нет, один раз на самом деле. У меня были ивенты от нее на канале, я про них рассказывала. И, кстати, многие участвовали вот в этом ивенте, про который я рассказывала, и многие победили даже, мне писали в комментариях, поэтому тут у вас также есть огромные шансы выиграть. Что надо сделать? Подпишитесь на данный аккаунт в первую очередь, потому что розыгрыш только для подписчиков. И сыграйте Romance in K-School Part 2 World. Сыграйте в вот этот вот Romance in K-School, часть 2 в мире. Вот он, мы можем найти его вот тут вот, в мирах. Вот он, Romance in K-School. Классный мир с интересной историей. Я ее не проходила пока что вторую, но первую прошла. И после того, как мы с вами пройдем этот мир, нам надо снять конечную сцену с Минги или Джинхо. Это главные персонажи. То есть тут в K-School мы можем выбрать только одного из них. Затем нам надо написать наши какие-то впечатления от мира и выложить это в наш аккаунт с этими хэштегами. То есть вы делаете скриншот и выкладываете его. Подпись к данному фото должна быть ваше впечатление от прохождения данной игры и хэштеги. Кто COA Rix Part 2. И надо обязательно отметить их все. Период ивента с 15 декабря 2023 года по 25 декабря 2023 года, 10 дней. Объявление результатов будет 26 декабря 2023 года и выдадут награды всем 27 декабря 2023 года. Какие награды? 29 зем получат 35 человек. Я не думаю, на самом деле, что будет участвовать очень много людей, поэтому шансы, думаю, хорошие. Давайте посмотрим, сколько людей сейчас участвуют. Вот, 23 поста. А, и тут вы можете увидеть, какие у вас должны быть примерно посты. Вот это вот, если вы выберете Джинхо в конце, а это если вы выберете Минги. Ну, когда я играла, я предпочитала Минги, если честно. Вот. Теперь давайте я быстренько пройду этот мир, сделаю скриншот и покажу вам. Итак, я прошла эту историю и сделала скриншот, поэтому вы просто переходите, выкладываете все это, как я сказала ранее. А если вам лень проходить, то скриншот я выложу в мой телеграм-канал. Ссылка на него есть в описании под видео.
Там же есть ссылки на мои зипеты и лайки. Поэтому не забывайте приходить на мои соцсети. И всем пока!